На всемирной выставке профессионального автоспорта, проходящей в Кёльне, Сочи автодром получил свою награду. Автодром удостоился похвалы всех лучших гонщиков Формулы-1, став одной из самых требовательных трасс по части настройки автомобилей. Проект был реализован на очень высоком уровне и привлек множество инвестиций. Это стало для меня большим сюрпризом, но трасса по-настоящему прекрасна, особенно когда вы находитесь на месте в том окружении, которое является ее неотъемлемой частью. Все отлично работает, хотя первый гран-при – это всегда своего рода прототип, и не всегда все может работать так хорошо, как в Сочи, где не было никаких проблем. Это было действительно неожиданно, и я думаю, что главное – это то, что мы по-прежнему чувствуем свежесть гран-при, хотя не было времени расслабиться по его окончании. Мы до сих пор не верим, что провели все настолько хорошо, как все об этом говорят.